эти данные на экране, то мы уже будем заканчивать Half-Life эпизод 1. Эта война вообще, похоже, не кончится. Кончится эта война, заткнись. Короче, всем приятного просмотра, ставьте лайки, приглашайте друзей, не забывайте про репосты и колокольчик, а мы погнали, дружочек. С вами Казуко Фэмили. Так, куда? Сюда? Погнали тогда, чё? Так. Сюда, походу, да? Эй, это я, открой дверь. Скажи пароль. Я даже не скажу тебе заткнуться. Проходи. Хороший пароль. Препятствую на формирование определенных протеиновых цепочек. Необходимо выбрать. Мой отец Одесса Кевич. Правильно. Некогда нам смотреть телевизор. Классно она скомментировала, когда я телевизор уничтожил. А что там смотреть-то? Найдем другой путь. Посвети-ка. Стоп, подожди. Ну. Опа-на. Здрасте, до свидания, да? А да... Так, подожди-ка. Нам сюда или куда? Выбираешь путь по живописнее? Да. А, подожди. То есть... Она озвучку... Подожди, а как нам... А как нам подняться? Не пойму. Стоп. В смысле? А-а-а, блядь, так бы и сказали. Внимание! Защитные поля отключены. Так. Гордон! Алекс! Не верю глазам! Как вы сумели выбраться из цитадели? Мы точно не знаем. Но в этом каким-то образом замешаны вортигонты. А ты как уцелел, Барни? Все ничего. Только с ума схожу. Нас обнаружили! Вот черт, Гордон! За тобой снова хвост! Мы выкрали из цитадели кое-какие записи. Я в них еще не разобралась. Но должно быть, они очень важны. Весь отряд спустился за нами в погоню. Нас вынуждают торопиться. Надо уходить. Вы знаете, что из города можно выехать только на путь? Мы хотим взять станцию штурмом. И пускай каждый полицейский, вбивший в свою тупую башку, что должен защищать Сити-17, пеняет на себя! Мы с Гордоном можем пойти другой дорогой и запутать комбайнов. Люди успеют сесть в поезда, а мы догоним чуть позже. Ладно, как скажете. Смотрите сюда. На станции можно пройти по крышам. Идите туда. Я спущусь на улицу и соберу всех, кто хотел ехать с... Встретимся на станции. Заметано. Идем. Гордон. Пока ты еще здесь, мне надоело всюду ее за собой таскать. Это последнее. Так что не теряй ее, ладно? Иди, Гордон. Она ждет тебя. Повезло же парню. Да, я бы не сказал, что прям с Алекс повезло. Увидимся на станции. Они даже толком не поцеловались. Ой, здрасте. Ой, здрасте. Здрасте. Здрасте.
Ой, не попал, но малыш, да? Ой, как грустно, да? Ой, еще один. Был. Та-д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 а. Опа-на. Это же сейчас это будет, больничка, по-моему. Эй, больница, нам нужны лекарства. Да-да-да, прикольные лекарства нужны. С этим с вертолетом. Подожди. Ну. Всякий случай монтировкой. О, черт, только не это. У тебя, смотрю, прям чувство юмора есть, Алекс, да? Так. Чего? Подожди, а где тут? Ничего себе тут лекарства, дробовик. Ну отключай. О. Валить-то. Валим, валим. О, эти жесткие. О, хрен. А, вот дверь открылась, да? Та-т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 а. Какую дверь? В эту топать? Да. Подожди, а в какую дверь реально топать? Не в эту? Здрасте. Бля, подожди. А... Стоп, а в какую дверь топать?
Оу. Да, вроде жгу. Вниз. Ой. Плохо дело. Алекс, я тут как бы потонул. Понятно. О нет, Гордон. Тебя хотели поиметь, Гордон. Чё за... Чё? А куда мне топать-то? Сюда? О! Да, бляха-муха, дальше чё? Понятно. А дальше жопа с ручкой, да? Я вот не помню, а как это проходить официально? Да! Серьезно, еще и не... Короче, будем считать, что мы как-то прошли. Я не хочу время тратить. Так, подожди. А что это за картина? Подожди, Алекс, ты тут или? Да, к нам тут тоже, походу. К нам тоже, походу, тут гости сейчас нагрянут. Ля-ля, пим-пим-пим. Она хорошо его прям спать уложила. Так, подожди. Ой, сейчас жестко будет. Что же черти, а? Так. Блин, ну тут же совсем чуть-чуть осталось. Ё-моё, сколько проходить раз? Это все. Алекс, ну ты скажешь что-нибудь, нет? Они идут. Наконец-то, она говорит. Они идут. Они ломают дверь. Нифига они, блядь, живучие. Ладно, валим. Сюда? Или куда? О-о-о, пулеметы. Блядь, Алекс, куда ты пошла? На пулеметы? Блять, они за... Сука! Они защищены, эта хуйня. А куда? Подожди. Не понял ни хера. А где... Сюда или куда? О. Вокзал. Они пустились в погоню. Надо найти бар и двигаться дальше. Да я в курсе. Наконец-то.
Я уже боялся, что вы не успеете. Прости, что заставила ждать. У нас на хвосте комбайны. Каков план? Беженцы выходят группами по двое по три. Как я уже говорил, если вы сможете обеспечить им безопасный путь к отступлению, у нас появится шанс достичь станции. Договорились. Выводи первую группу. Поехали! Доктор Фримен. Ну, погнали, чё. Первая группа. По 4 человека получается, да? Вы идете или как? Капец, далеко их проводить. Ну пошли за второй. Отлично. Ничего отличного. Ага, конечно, несложно. Несложно. Несложно это пока. Вот манкейки уже, блядь, появились. Несложно. У них все несложно. Как этих манхеков убивать, а? Защити, Гордон! Они на тебя надеются. Нет. Сука, вы серьезно? Прикол, перезаряжу. Сука! Подожди, сейчас я его уебую. На помощь! Так, требуется, ничего тебе не требуется, говнюк. Требуется ему, блядь. Блин, вот это переключаться каждый раз на оружие, с оружия на оружие, ну это пиздос. Просто. Ну где, блядь, откуда? Опять! С этой же... Только отличаюсь этих еблососов, кто там мочит. Да что такое, а? Скорее, скорее! Да я пытаюсь, блин. Давай! Забирай их. Они в безопасности. Давай следующую группу. Ага. Это мне это дополнение, вот этим и не нравится, что оно вообще никакой сюжетной роли почти не имеет. Где снайпер? Нихуя себе, как я в него сейчас попаду, блядь. Ты просто чумадок. А нифига я не чума. Какие же вы лошары, а? Вот серьезно. Вам ничего поручить нельзя, ребят. Твою мать. Да. Нихера себе, ты серьезно? А как нам теперь? Понятно. Блять, откуда?
Вы идете, прыгаем. Ну! Пригните головы. Хули вы тупите, а где двое пропали? А где, подожди, а... Давай быстрее, баба, двигайся, а? Мы прикрываем вас. Мы уж не надеялись. Давай, пиздуй. Надеялись, не надеялись. Что там, последняя группа осталась или предпоследняя? Блять, ну вот это еще пиздец. Бля, подожди. Подожди-ка. Блять, сколько ракет на эту хуйню? Блять, наконец-то. Какое же это скучное дополнение. А, я на него потратил, блядь, время. Блядь, я не знаю. Оно настолько просто ни о чем. Не знаю, как вам, но оно мне вообще не нравится. Вот чисто ради сюжета, совмещение второй. Прямо как старые добрые времена. Да, да, да. Да погнали уже, забейте хрен на тех чуваков. Ну естественно, сейчас еще те нахлыну, давайте. Че, реально по двое? Это хоть последняя группа? Не, предпоследняя. По-моему, последняя группа будет с этим. С Барни. Ну, вы валите? Давай. Куда? Куда последняя дура попиздовала? Давай. Пиздуй. Давай. Даже совсем чуть-чуть осталось. Нихера их там. Нет, я не мог попасть в эту хуйню. Серьезно? Да умри! Умри, пожалуйста. К поездам! Блядь. Не бойтесь! С доктором Фриманом вам ничего не грозит! Последний спускаться будет? Блядь! Да валим быстрее, последняя группа, ну. Давай, давай. Да серьезно? Давай уже, а? Тоже чуть-чуть осталось, ёпара СТ. Погнали. А, это Барни прыгнул. Ну. Да давай.
пиздуем, алло. Давай. Блять, наконец-то. Ну. Это их на какое-то время задержит. Давайте уже финалочку, а? Вы едете? Езжайте, барни, погони не будет. Мы с Гордоном отвлечем их внимание, чтобы вы смогли уехать из города. И сядем на следующий поезд. Ну ладно, но поторопитесь. Пускаем следующий. Поторопимся, барни, не беспокойся. Так. Пока, барни. Удачи. До скорой встречи. О, сейчас начнется и трешня. Я прогоню поезд. Нельзя терять времени. Стоп, а куда дальше-то? А-а-а! Чё ты, блин? Я даже не сразу сообразил. Что? Подожди. А, сюда. Стоп. А. Ну да, это просто. Это получается сейчас стрелять. Ну да. Да я правда не помню, сколько их тут будет. Или играть. Так, подожди, а куда дальше-то прыгнуть? Алло. Сюда? Походу, что да. Ой, плохо дело. Ну да. Да ёбарас, это наверное. Падла, а? Оу! Что-то я не ожидал, что он прям сместит эту. Ну, вы поняли. Да-да-да.
Очищай ящичек. Охереть, это сколько тут страйдеров. Ебанулся. Я, блядь, даже со счета уже сбился, сколько их тут. Ага. Ебать, напали. Ты последний был. Да ну нахуй, вы чё? Да сколько их тут? Охуеть поворот. Ебать. Подожди, а тут же тупик, или чё? Или не тупик? Подожди. Все, понял, сюда походу, да? Так. Иди-ка. Ты последний будешь, сучка, нет? Сюда запрыгивать, да, окей. Поехали. Мы сумели, Гордон. Типа того. Поехали. Мы сумели, Гордон. Ага. Так, подожди-ка, я хочу... Нет, не новое сохранение сделать. Боже мой, началась трансляция. И все, и ханы реки, да. Офигеть. Жестко, жестко. Ну, я не знаю, как относиться к эпизоду, он довольно-таки спорный эпизод. Но, вот такой, короче, как-то так. Так что, не знаю. Мне эпизод второй, конечно, понравился, но он лучше, конечно, чем эпизод первый. Эпизод первый, он какой-то, как DLS какой-то такой, знаете, короткое. Он вообще никакой нагрузки не имеет. Да, в свое время это было прикольно, но... Лучше бы они вместе с оригинальной игрой это сделали. Но они не смогли сделать полноценную. Второй эпизод тоже.
кусочек. Вот. Так что, в принципе, спасибо за внимание, дорогие друзья, что посмотрели Half-Life эпизод 1. Мы потом продолжим начинать проходить Half-Life эпизод 2. Вот. Вот решили вам просто показать сюжет вселенной Half-Life от первой части до эпизода 2, он еще будет. Вот. Так что Half-Life это, конечно, Half-Life, крутая вещь, но вот эпизод 1 и 2 будет очень короткий. Второй тоже где-то чуть дольше первого. Ну а всем спасибо за внимание. Не забывайте приглашать друзей, делать репосты, ставить лайки, комментировать. Ну а всем до скорого. С вами был Казуко Фэмили. Всем до встречи. Всем добра, тепла и уюта. Всем пока-пока.